Всем привет на канале Fallout 87, и с вами снова я, Павел, и сегодня мы начнем проходить BioShock Infinity. Сразу скажу, игра у меня на ультра настройках, вот сейчас могу показать, если кто хочет, посмотрите. Вот, качество графики у нас ультра. Так, что там у нас еще стандарт? Ну ладно, в общем, качество графики у нас ультра, и игра у нас полностью переведена на русский, как вы знаете. А если кто и не знает, то я вам сейчас сообщу, что есть такой мод, полностью озвучивающий игру, то есть это озвучка не официальная, фанатская. Ну что ж, хватит уже прелюдий, поехали. Уровень сложности. Так, начнем мы новую. Я уже немножко поиграл тут. Так что будет новая игра у нас. И уровень сложности мы выберем средний, естественно. Будем играть на геймпаде. Надеюсь, геймпад нам не предоставит никаких сложностей и затруднений. И будет все легко и просто. Ну что ж, поехали. Букер. Ты боишься Бога? Нет, но тебя боюсь. Да, разум субъекта предпримет отчаянную попытку создать воспоминания, где их... Локализовано cginfo.tv. Да, вот, кстати, ты так говоря. И будешь сидеть? А что мне еще делать? Стоять? Не стоять, грести. Грести. Это в мои планы не входило. Хочешь, чтобы я один всю работу что сделал? Это? Нет, но надеюсь, грести будешь ты. Букер. Почему Дэвис. Это? Ты отлично, предложил кстати, сюда перевод. Приехать. Я предложил. И я тебе сразу сказала, что не люблю упражнения. Ты про греблю? Нет. Пожалуй, гребли неплохо укрепляют. Тогда тело. Про что? Про весь эксперимент. Я извиняюсь. Долго еще? Вообще-то, любой эксперимент может провалиться. Но зачем соглашаться на эксперимент, если он уже провален? Может, вернемся к гребле? Соглашайся, а то мы никогда не доплывем. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь? В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет и огребет? Да, он огребет. Ага, я поняла. Какие-то странные чуваки ведут меня, приехали. На все вопросы не отвечают и между собой какую-то ахинею несут, если честно. Ну давайте, поднимаемся по лестнице. Вот он, маяк. Можешь собственно... сказать ему, когда мы вернемся? И что это изменит? Может, это его хоть немного успокоит? Ну хоть в этом мы с тобой согласны. Эй! А меня тут встретят! Очень надеюсь. Не хотелось бы застрять в таком месте. Да, капец. Может, внутри кто есть? Так, давайте посмотрим здесь, что здесь лодка у нас прицеплена. В принципе, убраться оттуда на лодке вполне возможно. Тут у нас еще вторая, но ну, ладно. Бракованная какая-то лодочка, раз она в воде валяется. Просто вынесла на берег ее постучаться. Простите, я Букер Дэвид. Вас обо мне, наверное, предупреждали. От грехов твоих очищу тебя. Да, вот эти вот религиозные надписи. Из Содома уведу тебя. Есть тут кто? Эй! Атмосферный очень. Так, обыскать шкафчик. Давайте все возьмем. Ну-ка, возьмем трубочку, посмотрим, есть ли звук. Гудка нет. Походу все сломано. Так, это территория США, и почему тут отметки такие? Остановить его? Ага, вон оно как. Так, следы драки у нас тут присутствуют, следы борьбы. Кровавый след. Да, кому-то не повезло. Я даже вижу теперь кому. Черт! Не разочаруй нас. Ну да.
Это, видимо, предупреждение нашему букеру Дэвиду. Высажите меня. Понятно. Посмотрим, что у нас здесь. Так. У нас здесь где-то была подсказочка. А, тут рисунок. 1, 2, 2. Ну, в принципе, легко. Один. Ой, ошибочка. Пробуем еще раз. 1, 2, 3, 4. Вроде должно сработать. Да, да, сработало. Что же это? Да капец, это что происходит? Небеса красным стали. Апокалипсис, ё-моё. Что тут скажешь? Капец, маяк, честное слово. Непростой, совсем непростой. Дождик такой, прям будто маслом все намазано. Все блестит так. Ну, открывайся, Верка. Ну, наконец. А вот и наша сидушечка. Ладно. Кажется, видимо, я должен сесть надо. В это милое креслице. Дэвид, ты неужели не видишь, что здесь вот для рук такие зажимы? Тут по-любому это подозрительное сидение. Все-таки полез на него. И что теперь? А вот что теперь. Черт? Тебя поймали. Да что происходит? Ну, конечно, для безопасности. Это не к добру. А? Надо было в руках пистолет держать. Нет, твою мать! Вот именно. Вознесение. Вознесение на счет 5. Полностью пилигрима выпихнули. Теперь можно поднимать 2, его наверх. 1. Нет. Все, выстрелы из пушки. Полетели. Так, спокойно. 5000 футов. Ёлы-палы. Ой, ты что тут противный на вид? 15 тысяч футов. Аллилуйя. А здесь я смотрю, красота. Только что лил дождь. И уже солнце. Кстати говоря, почему-то внизу зеленые поля, деревья какие-то, луга и так далее. Там же был сейчас только что дождь. И мрачная погодка. Интересно, в этой капсуле у нее что, парашют какой-то или аэростат какой-то над ней? Почему она так медленно спускается? Отец Комсток. Хорошо, хоть не комсомол, ё-моё. Так, куда-то приземлились, уже хорошо. Ну капец вообще, конечно, футуристичное вот это вот все начало. В облаках целый город летает. Почти невозможно прям. Не заслужили его милости, привел в Эдем. Последний шанс на искупление. Ну что говорится, это игра, яркие. Пример фанатизма, который проявляется во всех религиях мира, у некоторых людей, а у некоторых очень прям радикально это проявляется, которые создают свою собственную секту, свое собственное течение в какой-то из религий, затуманивая людям разум. Ну, отцепляйте меня, или точнее не меня, а букера. Вот так, отлично. Еще какие-то квадратные руки у букера. Вы только что видели, наверное, там. Левая рука была прям в пикселях. Так. Радует то, что FPS очень даже стабильный. Так, здесь ничего случайно не валяется. А, нет, валяется. Давайте посмотрим. Монетка валяется. Монетки у нас. Монетки нам нужны. Монетки нам важны. Посмотрим, что еще тут.
Да, у кого-то мания величия. Честное слово. Так, что у нас здесь? Угу. Семья пророка созреет. Так, заберем все монеточки, нам они пригодятся. Что-нибудь больше ничего нет, что ли? А, нет, вот здесь что-то есть. Подарок. Монетка, подарок, так. Отлично. Так, с этой стороны что-то тоже есть, походу. Давай посмотрим. Ага, голозапись. Прослушать. Так, как ее послушать? А, вот как. Любите нам пророка. Нужно найти выход отсюда. Любите грешника, ибо он есть вы. Если не станет грешником, простите, какой прок... Простите, что это за место? Ну, блин, дай послушать голозапись. Что же тогда прощать? Лучше держать такие вопросы при себе, не то меня сцапает. Если не будет грешников, кого тогда прощать? Ну, в принципе, логично. Другими словами, грешники на нашей земле должны быть, иначе все не грешники, а святые просто потеряют свой смысл, так сказать, своего существования. Ведь они такие правильные, праведные, а тут грешников нет. О, здорово, чувак. Ну ты капец, блин, конечно. Свидетель Иеговы или Мормон, или кто-то там. Да. Не, ну сделано, конечно, красиво. Вода прям по ступеням. Это завораживает, конечно. Подкупается в какой-то степени свечи. Вот это все. И каждый год в этот знаменательный день мы чествуем наш город и пророка нашего отца Комстока. В этот день мы приносим жертвы, воздаем почести и погружаемся в крещальную купель. Дайте-ка, ребятки, новое пройти. Новое лицо? К нам пожаловал чужак из Содома под нами. Да, новое яйцо. Явился в Колумбию, чтобы здорово очиститься перед лицом Дарт пророка Вейдер нашего, основателя и Господа. Дарт, сидю. Мне просто надо пройти в город. Просто пройти? А похож, кстати говоря. Брат, попасть в Колумбию может лишь тот, кто прошел обряд крещения и родился заново. Ты смоешь с себя грехи, брат. Ну что делать, придется согласиться, чуть-чуть. На самом крещу почти что. Крещу тебя именем пророка нашего, именем основателей наших и Господа нашего. Вообще-то крестят не совсем так. Дышать поддают людям. Не убивай их. Не знаю, братья и сестры. Особенно в православной церкви. Мне кажется, он еще недостаточно чист. Недостаточно. Он еще недостаточно мертв. Давайте его утопим. Окончательно. Кто там? Винни-Пух, это ты? Кто там? Кто там? И дашь девчонку, и долг будет прощен. Чего вы хотите? У нас договор, Дэвид. Открывай. Сейчас же. Я же сказал, что не буду этого делать. А теперь уходи! Мистер Дэвид! Мистер Дэвид! Давайте откроем, посмотрим, кто там. А там... Горящий город. Ах ты ж ё... Да, радости маловато в этом деле. Так, продолжаем. Ух ты, ёлы-палы. Я ошибаюсь, или это... Идиотский священник не понимает, президент, что крестить и топить – совершенно разные это вещи. Это президент американский, ё-моё. Надо Джефферсон, найти какой-то ориентир, Вашингтон, понять, где я Франклин, вообще. Точно, это президент, ё-моё. Капец. Я бы представляю, если бы игра наша была, и там бы Ельцин, Путин, там, кто там еще, Медведев, были бы вот такими святыми отцами, статуями. Это бред, конечно. Еще тут. Не, ну конечно, красота здесь, естественно, для таких фанатиков здесь просто рай. Они, наверное, считают это раем. Ну, красиво, что тут скажешь. Очень красиво. Что тут еще? Семья пророков зайдет на трон. Кретины есть даже в летающем городе. Ладно, пора искать девицу. То есть семья пророков просто поубивает всех людей, живущих в Айнах. А ведь что ни говори, хоть игра немножко уже подустарела, она все равно красивая, ребята. Очень красивая. И
Я рад, что я начал ее проходить вместе с вами. Я рад, точнее даже, что я могу вам показать свое прохождение. Этой красивейшей игры все. Думаю, что вот людям в том здании не очень хорошо, их постоянно мутит. Вот так и с такой скоростью они летают. Там такая идиллия, все так счастливы, все радостны. Полная запись последнего обращения пророка к тебе, народ Колумбии. Лошадки прикольные здесь, конечно, что не говори. Придумано очень прикольно здесь. О, детишки в фонтане играются, просто все замечательно. Люди ходят, покупают что-то. Введение великого города. Ангел Колумбия явилась отцу Комстоку и открыла ему будущее. Да, красиво. И пророк повел народ прочь от Содома под нами. Все выше и выше поднимались они в город, где они создали идеальный союз. Залог будущего для нашего города. Чудесное дитя, Агнец, ключ к будущему нашего города. И подсказал пророк, прям что она из такие, башни прям, направит Содом под нами к Марии. Праведности. Матери Иисуса. Ну, удачи там. Ну, поехали дальше. Ну, пока все мирно, тихо, все хорошо, прям. Ярмарка. Спрашивается, точно ли этот Биошок? Он с мечом, но слабоват с ключом и скрижали. Ну, вы понимаете. Ох ты, там цветочный сад прилетел. Точно. Давайте посмотрим, что тут интересного. Ой, это что, еще что такое? О, квартет поющих парикмахеров, блин. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Ох ты, там что-то есть. Давайте глянем. Была запись. Давайте послушаем. Человек погружается в крещальную купель. Из воды же выходит другой, рожденный заново. Да ты что? Но кто находится под водой? Возможно, и грешник, и святой. Мы собираем деньги для женской патриотики. И только взгляд другого человека проявляет это различие. Да, такие философские вопросы, кто под водой находится. Здрасте. Ветер легкий и переменный. Так, спасибо, поехали. Все, бобра в магазине называется. Пришел в магазинчик. О, деньги все собрал. А, мужик вообще свалил. Все на доверие? Забирай. Зашибись. Доверчивые какие люди здесь живут. Ладненько, пойдем дальше. О, а эти придурки еще поют. Да, точно так и есть. Не, без аккомпанемента музыки, это мое личное мнение. Может, я кого-то обидел, ну. А оно так и есть. И думаешь, что говоришь, не нарывайся. Ой, Джон, не надо только этого фиктонского радикализма. Да, ох, не сказали, ты, что надо. Фига себе. Вам телеграмма, сэр. Как, уже? Тут вам нет. Телеграмма. Откуда узнал, что я это тот, кому нужно телеграмму? Ты, Комсток не должен о тебе узнать, ТЧК. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, ТЧК. Лютес. Что за... Бред, полный бред. Доброго дня, сэр. Да день добрый. Так, там, по-моему, на скамейке что-то лежит. Давайте посмотрим. Может, еще одна была запись? Хвал-запись. А, нет, это арахис. Что-то здесь, блин, жратвы. Не знаю, что. Ох ты. А вот и наши бутылочки, наши тоненькие, или как их там правильно называют. И все благодаря энергетикам, которые представляет вам сам мистер Иеремия Финк. Вот, с помощью которых можно творить, кто собственно, из чудеса. Вас уже испытал дивный дар. Давайте попытаем. Юные леди, оцените силу. Давайте новой сыграем. Энергетикой. Уважаемый сэр, Мерс бросает вам вызов. Попробуйте его изгнать. Попал в дьявола три раза. Ну давайте. Боже, это не умеет, можно уже. Ага, вон она.
Так, не понял. Ага, он в первый раз полетел. Так, дальше смотрим, где он там. Второй раз. Да вы везунчик! Да естественно, везунчик. Ай, девушка, отойди. Отлично, победитель! Естественно. И помните, если вам нужно что-то поднять или швырнуть, вам поможет дикий мустанг! Ну, это все понятно. Что, еще сыграть мы можем? Я попробую. Еще можем. Бес бросает вам вызов. Будет ли награда за это? Может, тут это бесконечное золото? Полетай. Вот и бес номер один. Черт. Полетай еще раз. Бес номер два. Да вы везунчик. Да естественно. И номер три. Отлично. Победитель! Я же сказал, мы даем только по призу на нос. А, вон оно как. Обман, обман. Это сплошной обман. Так, давайте посмотрим, что здесь еще есть интересно. Глаз народа взялся за свое. Видите этих негодяев? Так и о, давайте постреляем. Прицельтесь как следует и посшибайте этих злых. То есть 20 наберите очков приз. И 10 приз. И 5. Ну, понятно. Ну, а ничего прям сложного. Так, ну что, где? Да нет, этот парень стрелять умеет. Отлично. Ай, не упустил все-таки. Отлично, одним выстрелом двоих сразу. Ну, где там? Ай, блин, до 20 чуть-чуть не дотянул. Ну как так? Чуть-чуть не дотянул. Давайте еще раз. Я еще раз хочу. Первый приз я все равно возьму. Ну. Отлично. Вы их всех перестреляете. Еще чуть-чуть. Ну, с дробовика, естественно, легко и просто стрелять. Отлично. Итого 23. Я такого не видел. Вы это заслужили. Так, ну и давайте последний приз возьмем. Пятерик. Очистите это легко небо. И просто. Прицельтесь как следует и посшибайте этих злых. Наберите побольше очков и получите. Всего 5 попаданий надо. Пробуем. Еще один улетел. Ну и, собственно, стоим, просто ждем. Пятерку мы уже набили. Ну, давайте еще для верности одного побыстрее. Чтобы шестерик был. Ну давай, время быстрее, тихо-тихо-тихо. Да я вообще не стрелял. Так что ничуть не попал, вообще не стрелял. Отлично. Почему не вышло? Я же пятерку сделал. О, замечательно. Так, все мы собрали. Давайте посмотрим, что еще здесь интересно. Это мы уже смотрели. Лошадей. В принципе, неинтересно. Задай жару дьяволу. Так, что здесь у нас интересного есть? Вы уже пробовали? Конечно, нет. Так, а ты тут что стоишь? Хот-доги! 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 Голософон! Слушайте голос из прошлого! Скажите что-нибудь! Голософон? Голософон?
Голософон? Смотри, вот, точно повторил. Пожалуйста, запись вашего голоса. Эй, я за это платить не буду. Просто демонстрация, сэр. Бред, конечно, но тем не менее. Так, ладно, что тут еще есть интересного? Так, сахарная лапа, это здорово. О, мы можем еще пострелять. Так, ну продолжим стрелять. Давайте. Выйдем первый приз, второй и третий. Давайте постреляем по народникам. Естественно, бонус. Поехали. Еще один выстрел точно в цель. Яблочко. Еще один выстрел точно в цель. Осталось немного. Вон анархистка Дейзи Петрович. Огонь. Ага. Он получил бонус. Вы отличный стрелок. Вы отличный стрелок. Ну, кто? Бунтовщики аж дрожат от страха. Отлично. Первое место мы взяли. Так, давайте возьмем второе место. Это уже будет проще гораздо. Ну и пятое. И третье место это вообще будет проще некоторых. Причем первое место мы взяли на последних секундах, ребят. Если подстрелите анархистку строй, получите бонус. Дамы и господа. Яблочко. Так. Еще один выстрел точно в цель. Осталось немного. Еще один выстрел точно в цель. Вон анархистка Дэзи-Петрой. Ага, он получил бонус. Отлично. Ну все, теперь остается вам просто ждать, чтобы получить второе место. Отлично. Бунтовщики разбиты. Взяли монетки, и у нас еще осталось третье место, которое мы возьмем сейчас. Попробую. Ну все. Последнее место. Сейчас уберем. Наберете достаточно очков, получите приз. Если подстрелите анархистку Дэйзи Фицрой, получите бонус. Естественно, получим. Вы отличный стрелок! Мы здесь, чтобы сказать. Давайте 6 очков. Давайте уже 7. Ну все, теперь просто элементарно нам надо стоять. Дэйзи Фицрой! Все благодаря энергетикам! Интересно, кто такая Дэйзи Фицрой? Мистер Иеремия Фик! Стоим, стоим и ждем, когда закончится наконец-то время, чтобы получить наш третий приз. Отлично. Все, отлично. Мы все постреляли, все места забрали. Отлично. Ух ты, нифига себе, это какой бонус. Он большой, он смелый, он механик с большой буквы. Только наш славный город может похвастаться. Какой изуродованный чувак. Дружище, у вас когда-нибудь съедал деньги автомат? Случалось ли, что телефон не соединял вас с любимой супругой? Ага, пришла пора людям вернуть власть над машинами. Машину. С гипнотизером вы хозяин. Они все отлично сделают. Первый наш тоник, который мы можем использовать на машинах. Давайте испробуем. Ой, ну вообще. Да, эффект галлюциногена, это вообще капец какой здесь. Нажмите, чтобы превратить машины в союзников. Да, неплохо чертика снесло. Что это было? Все, отличненько. Извиняюсь, вся лотерея уже распродана. Проход открыт только для привилегированных граждан. Похоже, он получит. Вы же Баффард, член ассамблеи. Естественно. И как я вас сразу не признал? Спасибо, мы что вам пустили. Приготовили. Орел или решка? Эй, дайте пройти. Какой орел, орел или решка? Ну ладно, давай решка. Бросим. Ну вот. Не чувствую я особой радости от победы. Выше нос, в другой раз повезет. Это случайно не те ли чуваки, которые привезли меня на остров? Интересно вообще. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть дальше.
Детишки у нас тут играют. Так, давайте посмотрим, что у нас в торговом автомате. Соль есть. У нас не хватает. Давайте вот это приобретем. 3 соли по 25%. Так, смотрим, что у нас дальше здесь есть. Гляди, кажется, он заблудился. А по-моему, с ним все нормально. Так, покушаем, идем дальше. Так, что же у нас здесь? Красота, да и только. Облака, свет, день. Даже не верится, что сейчас будет стрельба, пальба, убийство. Это достал. Эта штучка? Всему отделу такие раздали. Всему отделу? Мигом вышибем всех бунтовщиков с аэротрассы. У вас в отряде есть места? Я бы какому-нибудь народнику череп-то раскроил бы. Не получится, может. Так, красивая приколюха, которую мы будем использовать. Что там? Ох ты, фейерверк начался. Красота. Так. Там голодиск, по-моему. Ну-ка, давайте послушаем, что он там нам несет. Мадам Лютес, я прочла все ваши книги. Моя мать говорит, Сорта. Что подобное занятие не пристало леди. Но, по-моему, она просто завидует нашему уму. Правда ли, что только вам дозволено посещать девочку в башне? Если Агнет скучает, я бы с радостью навестила ее. Ведь у нас много общего. С наилучшими пожеланиями, Констанция. Непонятно все-таки, зачем они свою дочь держали в заперти все это время. Непонятно. Вон, Агнет. Что за... Зашибись, у тебя такая же рука. Стоит по приспешник Ада. Лжепророка, подвечать. Какие-то нездоровые совпадения происходят, которые нам могут попортить всю жизнь. Ладно, давайте посмотрим, что это там за лотерея. Но не забываем, что у нас будет у меня полоса везения, у тебя так каждый раз. Номер 77. Не может быть, что мы его выберем. Оп. Итак, давайте мимо попробуем пройти. 1912. Ребятки, дайте пройти. Началась! Эй, мистер! Мистер! Ну давай, чё где? Извиняюсь, платить нечем. Глупый. Участие в лотерее бесплатно. Ты что, бесплатная лотерея? Это интересно. 77. Ё-моё. 77? Это счастливый номер. Ну да, конечно. Буду за тебя болеть. Неси сюда чашу. Это ли не самая красивая белая девушка во всей Колумбии? Ну, я бы не сказал, что она прям красавица. Побеждает. Ну, смотрим, что она... Номер 77! Слушайте, ребята, лотерея построена. Отстроен я вам говорю. Номер 77 может забрать приз. Бросок. И какой же приз? Что-то вообще непонятно. Что за бред? Нет, прошу вас, не надо. Это я виноват. Пожалуйста, не надо. Это то есть забросать их камнями, что ли? Что же вы делаете? Ну, точнее, вот это... Ну так что, бросишь? Шарик. Или ты теперь тоже любишь черный кофеек? Так, что-то я хочу ведущего бросить. Так, бросить ведущего. Сейчас ты мне получишь, сукин сын. Получай. Ох ты. Это он! Не понял. Ах ты, зараза, меня поймал. Откуда у тебя этот знак? А тебе ли не все равно? Ты что, не знаешь, что это печать ложного пастыря? Да нам тут никакие лжепастыри не нужны. Какой нафиг ложный пастырь? А ну вперед, парни, навались! Давай, получай. Пастырь ложен. Вот тебе и ложный пастырь. Держи его! Так, что нам? Фига себе. Получи. Ух ты, нифига себе. Ребята, это кровавая игра, я вам скажу. Ты хоть стрелять умеешь? Да, взять все. Отлично. Поели, все собрали. Так,
И что, куда нам? Куда нам? А здесь у нас все резко закрыто стало. Значит, видно сюда. Получай. Ну давай. Ты где? Не уйдешь! Да я не хотел к тебе уходить. Так, теперь у нас есть пистолет. И это здорово. Но походу игра только начинается. Мы получили оружие. Да, вообще ничего нет. Давайте послушаем. Я же говорил, Гансток. Пообещай им рай, и эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Ничего, я знаю. Так, плюс гипнотизер. Ну давайте возьмем. Поняв Джорджи. Теперь гипнотизер превращает машины и людей в союзников. Ух ты, вот это здорово. То есть мы... Зажмите кнопку и отпустите, чтобы создать призрачную ловушку. Ага, все понял. Который поставит нам каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься, если тебе от этой мысли станет легче. Ух ты, нифига себе, его как снесло. Так, боеприпас у нас видно полный. Так, идем дальше. Так, соль у нас полная. Так, а долго ли он будет под нашей властью, этот робот? Было бы здорово, если долго. Ну давайте, иди сюда. Сейчас ты умрёшь. Так, все собрали. Бежим дальше. Кто там, блин, это говорит? Отлично, соли взяли. Попробуем попасть туда. Блин, далековато вы, ребята. Так что я совсем поранился. За ним, быстро! Стреляйте в него! Ох ты, и нас убило. Так, пробуем еще раз. Что это было? Да, что это было? Хороший вопрос. Что это было? Мы вроде померли и прикажили. Так, надо аккуратненько сюда подходить. Что-то они стоят вообще, даже нас не видят, видать. Отлично. Так. Отлично. Ух ты! То есть они не вечно нам помогать. Вот так-то будем знать теперь, что это не вечная хреновина, которая помогает нам. Не навсегда вот. Так, здоровье поправили, идем дальше. Нам нужна соль. Нам нужна соль, вон она это есть. Это плохо кончится! За ним! Оп. Так. Здесь, по-моему, что-то было или не было. А, мне показалось, походу. Так, вот еще у нас соль. КП. Отлично. Идем смотреть, что там дальше.
становится все жарче. Что происходит? Конечно, жарче. Ух ты, ёшкин кот. Сейчас начнется. Ух ты, хорошо рвано. Энергетик? Поцелуй дьявола. Красиво один выглядит. Раз живем. Один раз живем. И взял, хлебнул. Но ты, мужик, капец. Ничего не боишься. Так, это наш второй энергетик. И что же здесь у нас? Нажмите, чтобы бросить зажигательную гранату. Короче, огнем кидаем. Зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Слушайте, а неплохо, в принципе. Ух, соль у нас полная. Это не пробник. Это точно. Так. Поехали дальше. Получи. Так, это один удар. Это отлично. Так, такой мне сказал. Получи. Сейчас. Получи. Так, что еще у нас здесь есть? А интересно, в этих турелях есть что-то полезное? Отлично. Так. Ага, можно выбирать. Естественно, тоники. Это очень полезно. О, смотрите, здесь что-то еще есть. А, это мы, опять же, тоник вырезали. Так, ну походу нам сюда. Вариантов у нас других нет. И едем дальше. Да, покидаем район. Скорее всего, здесь у нас будет автосохранение. Да, так и есть, сохранение. Ну что ж, ребят, для первой серии, я думаю, достаточно. Мы закончим эту серию. Всем спасибо, кто смотрел, кто поставил лайк, кто прокомментировал и подписался на канал. С вами был Павел. До встречи на канале Fallout 87. Всем пока!